Налог на операции с криптовалютами в Австралии не придется платить дважды. Как сообщает AnyCoin News, правительство предоставит законопроект, который освободит граждан страны от уплаты налога на добавленную стоимость GST на операции с криптовалютами. А это значит, что потребителям больше не придется платить дважды при покупке и продаже криптовалют. Эти изменения будут действительны в случае с операциями, проведенными после 1 июля 2017 года. Отметим, что первые движения в сторону изменений были сделаны в 2016 году, когда правительство Австралии признало факт двойного налогообложения и пообещало изменить соответствующий закон.